Всем привет! С вами Михаил Чекай с новым выпуском новостей Либерленда на Либерленд ТВ. Мы предоставляем информацию о свободной Республике Либерленд. 4 июня 2020. Либерленд. Какой режим планирования ты считаешь лучшим для Либерленда? У нас есть CEO Патрика Шумахера в ответ на этот вопрос. Посетите новый сайт Либерленда. 10 июня 2020. Хонгчжоу, Китай. Китайский бизнес-магнат, соучредитель многонационального технологического конгломерата группы Alibaba и известный филантроп Джек Ма поделился постом о плане урбанизации Либерленда, разработанным Патриком Шумахером. Джек Ма известен своими экономическими взглядами, совпадающими с политикой Либерленда. 18 июня 2020. Либерленд. 18 июня состоялся независимый частный архитектурный симпозиум. Мы имели удовольствие принимать таких людей, как Патрик Шумахер, Титус Гейбл, Шей Джей Бушон, Филипп Моррел, Сэндфорд Квинтер, Вера Кикинова, Лев Манович, Нил Лич и другие обсуждали децентрализацию, блокчейн, сложные эпигенетические системы и многое другое. Мы приглашаем вас посмотреть интервью с Патриком Шумахером, организованное студентами. 19 июня 2020 года, Апатин, Сербия. Президент Свободной Республики Либерленд мистер Вит Ядличко встретился с высокопоставленными чиновниками Воеводина. Господин Иван Даковик, секретарь по экономике и туризму, и Дурт Миланович, директор образовательного центра для обучения профессиональным навыкам, в тот же день Либерленд Групп Лимитед сделала второе пожертвование 3D-принтера с гравером в техническую школу в Апатине. Мистер Питер Попович и президент Вит Ядличко также ответили на несколько вопросов. Прессы. После этого делегация продолжила визит в зону свободной торговли, где строительство новых офисных зданий было официально оформлено. Встреча завершилась экскурсией по реке Дунай на палубе лодки «Свобода», где был подписан договор о сотрудничестве в сфере бизнес-образования с областным образовательным центром. 20 июня 2020. Сенегал. Американский музыкант Эйкон начал строительство города своего имени в Сенегале. Эйкон-Сити будет построен на 2000 акрах, которые певец официально получил от президента Республики Сенегал мистера Маки Салла. Он заявил, что город будет основываться на криптовалюте, названной в его честь с возобновляемой энергией. Как и Свободная Республика Либерленд, мы смотрим вперед. 25 июня, Сербия. В связи с победой мистера Александра Вучич, который победил на выборах в Республике Сербия, президент Свободной Республики Либерленд направил открытое письмо его превосходительству. 30 июня, Гаити. Фонд помощи Либерленда при поддержке Красного Креста Гаити доставили более 37 тысяч еды в надежде уменьшить последствия пандемии COVID-19. Гаити в настоящее время самая бедная страна во всем западном полушарии с более 4000 случаев распространения COVID-19. Доставка еды также освещалась в местных СМИ. Наши волонтеры обеспечили меры гигиены в течение всего периода инициативы. Доктор Стивен Мельник, почетный посол Либерленда по особым поручениям, сказал, что мероприятие имело настоящий успех на многих уровнях. Фонд помощи Либерленда стремится оказывать гуманитарную помощь во время кризисов и не только. Это первая доставка крупномасштабной помощи на Гаити также способствовали формированию крепких рабочих отношений с Красным Крестом Гаити. Мы планируем расширить нашу деятельность до сотрудничества с Международным Красным Крестом и оказывать помощь многим другим уязвимым странам по всему миру.
Июнь, Кюрасао, Карибский бассейн. Либерленд помощь. Фонд помощи Либерленда занимался выращиванием еды для голодных в Кюрасао. Посетите LiberlandFoundation.org для получения дополнительной информации. Главный специалист по благотворительности, глава фонда благотворительности Робин Матис вместе с Джорах Алия и Синья произвели осмотр съедобного пищевого леса. Летний фестиваль Либерленда состоится в Апатине почти в 11 километрах от границы Свободной Республики Либерленд. Если вы общительный либертарианец, фанат хорошей музыки и приятного общения, ты должен быть с нами. Ты можешь купить билеты уже сейчас на Floating Man. Liberland Crypto Channel. TNC Launcher объединяется для создания более широкой экосистемы. Физически обеспеченный биткоин Ethereum готовится для запуска в Германии с одобрением регулирующего органа. DeFog фиксирует экспоненциальный рост активов. Justin Sun и фонд Tron запускают Tron 4.0 7 июля. Bloomberg. Биткоин приблизится к рекорду около 20 тысяч долларов в этом году. Aiken City. 6-миллиардный криптовалютный город готов к началу строительства. Вы знаете, что Гаити – это первая страна, которая ведет переговоры с Либерлендом официально. Это все для сегодняшнего выпуска. Спасибо, что были с нами. Мы рекомендуем вам связаться и поддержать Свободную Республику Либерленд. Увидимся в следующем выпуске. Если вы хотели бы продвигать свое изобретение или бизнес, пожалуйста, свяжитесь с нами, включая баннер и короткое видео.